Экологичное выхование на практике. В регионе проходит республиканская акция «Чистый водоем». Ладится яна 6-й год запар по инициативе Белорусского товариства поляуничих и рыболовов. До этой доброй справы долучаются шматлики организации, громадские объединения и просто необыяковые громадяне. Свой уклад у добропорядкования берега раки Сош унесла и наша здымочная бригада. Час проведения акции обрана не выпадково. Яна умовно примеркована до открытия сезона массового отпочинку на природе. Берег раки Сош у районе санатория Василек – популярное место. Об чем, на жаль, свечит покинутое шматликими отпочивающими сметти. Тем часом, як захование чистым места отпочинку прописано у законе. Каждый, кто пришел на реку отдохнуть, порыбачить, должен, прежде чем начать свой отдых, убрать территорию до себя. Сделать это элементарно просто, взяв пакет с собой полиэтиленовый, туда можно сложить вот эти отходы, и туда же можно сложить отходы, которые остались после вас на отдыхе. Положить в багажник своего автомобиля и дома в мусорный контейнер, желательно, что раздельно. Вторичные материальные ресурсы рассортировать, и можно считать, что вы, скажем так, свой гражданский долг, прописанный Конституцией, выполнили. Варто памятать, что за покидание отходу на берегах водоему предугледжена административная отказность. Недобросумленных громадян могут покарать серьезными штрафами. Это ж тычется и водителей, которые припарковывают свои автомобили ближе за 30 метров от береговой линии. В качестве пожелания всем отдыхающим и нашим гражданам, наверное, берегите природу элементарно. Соблюдайте чистоту на водоемах и оставьте такой порядок, чтобы нашим детям была чистота и порядок, а не грязь и мусор. Перефразуючи одну знакомитую книжную цитату, подведем выник. Не соромно прибирать сметти, соромно жить у им. Акция «Чистый водоем» протягнется до 19 красовика. Каб долучиться до ее, треба звернуться у районную организационную структуру Белорусского товариства поляуничих и рыболовов. Можно и самостоятельно приехать в любимое место отпочинку и прибрать сметти с участку береговой линии. Евгения Кухаронок, Игорь Марищенко, телерадио, компания «Гомель».